Вы кто? Рик Хендерсон, Первая газета. Он ждет вас. Проходите. Рик Хендерсон, я давно ждал этой встречи. Я тоже, мистер Александр. Обойдемся без церемоний. Для вас я Джек. Рик. Располагайтесь поудобнее, Рик. Я буду через минуту. Обожаю ваши статьи. Настоящая журналистика. Польщен? Думаю, стоит начать с вашего мнения о нападении на Белый дом, обсудить ваше пребывание на посту директора ФБР, планы на пенсию... Рик! И если вы желаете поговорить о политике... Рик! Вы уж простите, но интервью обо мне — прикрытие для более горячей истории. Извините, что выманил вас сюда под ложным предлогом, но я опасаюсь утечек. Я что-то не понимаю. Не волнуйтесь, это история века. Получая по баксу каждый раз, когда слышу... Выслушайте, прошу. Это началось пару лет назад. Мое внимание привлекло происшествие на одном из виноградников в Чили. Этой семейной фирмой управляли Фернандо Дель Гадо и его сын Мануэль. Уважаемые работящие люди. Откройте папку. Здравствуйте, 47-й. Ваша следующая цель находится в Чили. Его имя Фернандо Дель Гадо. При Пиночете он занимался разведкой и теперь же производит кокаин под прикрытием виноградника. По нашим сведениям, лаборатория расположена под землей. Мануэль, сын Фернандо, тоже торгует кокаином, поэтому, чтобы все выглядело как месть конкурентов, вам придется убрать его. Вы попадете на ферму вместе с клубом пенсионеров из Сантьяго. Они поедут на презентацию новой марки вина Дель Гадо, названную в честь Рекса Стентона, звезды второсортных боевиков 80-х. На церемонии будет команда телевизионщиков, так что следите за ними и их камерами. У Дель Гадо есть гидросамолет. Это лучший способ скрыться от проблем. Итак, друзья, вы все слышали. Нам надо нейтрализовать две цели. Первая цель – бывший полковник чилийской разведки, внушающий ужас в сердца горожан, сегодня является уважаемым и весьма успешным виноделом, даже несмотря на то, что его бизнес всего лишь прикрытие для перевозки наркотиков. Для продвижения новой серии красных чилийских вин он пригласил американского киноактера Рекса Стентона. Его агент является одним из главных клиентов Дель Гадо благодаря налаженным связям в Голливуде, где процветает наркобизнес. И вторая цель – старший сын Фернандо Сальвадора Дель Гадо, то есть Мануэль Дель Гадо, пытается соответствовать репутации и устремлениям отца. Он желает лишь одного – идти по стопам любимого папы, но уже нарушил главное правило – никогда не пробовать дурь самому. Он не заканчивал учебных заведений. И проводит большую часть времени, катаясь на водных лыжах, играя в теннис или скачивая порнографию из интернета. Ежедневные дозы кокаина сделали его непредсказуемым и опасным. Прячутся только трусы. После выполнения задания покиньте виноградник на гидросамолете. Хорошо, давайте выберем оружие. Возьмем наши пистолеты. Я их уже улучшил, как видите. Из дополнительного снаряжения у нас бинокль, отмычки и лекарства. Ну, начинаем миссию. Мануэль Дель Гадо и Дон Фернандо Дель Гадо. Я думаю, мы с ними быстро разберемся. Думаю, не должно быть проблем. Вне серии я пытался пройти эту миссию, и у меня ничего не вышло. Ну как вне серии? Я хотел записать для вас серию. И раз 6 или 7 провалил, в общем, эту миссию. Теперь я знаю об этой карте все. Кто где ходит, где стоит, как себя ведет и прочее, и прочее. Итак, давайте начнем выполнять, собственно, миссию. Пройдем мы
в этот погреб. И сразу займемся первой целью. Первая цель у нас ходит внизу, нюхает кокаин. Собственно, ничем особым он не занимается, кроме нюхания кокаина. Вот он, в розовой футболке. Я думаю его застрелить. Если получится, мы его по-быстрому спрячем. Так. Застрелить уже не получается. Охранник здесь. Надо его быстро задушить, чтобы охранник не спалил нас, когда мы будем перетаскивать труп. Так, давай, чувак. Ну что ты тупишь? Блин. Не успеваем. Придется его убрать. Извините, ребята. Вообще, я планировал убрать только две цели. То есть, двух вот этих, сына и отца. Но, как видите, у нас это не выходит. Приходится убирать лишних. Я думаю, сейчас труп они уже найдут. Давайте попробуем его по-быстрому перетащить, если такая возможность вообще есть. Посмотрим. Нет. Стоит уже охранник там. Он нас увидит. Мы вообще здесь, по идее, находиться не должны. Поэтому нам надо убираться отсюда. Чем скорее, тем лучше. Да, вот уже нашли труп. Так, извините. Дамы и господа. Так. Пойдем тогда на вторую цель. Здесь обычно охранник сидит. Вернее, обычно он здесь не сидит. Но бывает так, что он здесь стоит и не пускает нас. Поэтому я с опаской сейчас открывал дверь. Здесь нам можно забраться. И пройти, собственно, в виллу. Основная фазенда этого сраного виноградника. Здесь у нас отдыхает охранник. Его можно разбудить, если ходить без шифта. Вернее, без control. Так, здесь у нас в холле ходит охранник VIP-службы. По идее, мы его можем оставить в живых. Но, я так думаю, он нам будет мешать, когда мы будем возвращаться назад. Поэтому мы его уберем. Тем более, мы уже убрали одного охранника. Так что, убрать второго будет не проблематично. Так. Он зашел туда. И мы его здесь, собственно, и встретим. Я так думаю. Так, сейчас посмотрим, где он там ходит. Ой, он уже здесь. Привет. Так, закрываем двери. Забираем его автомат. И перетаскиваем труп. Не дай бог, сейчас кто-то увидит, услышит. Это будет фейл. Одна ошибка, и миссия провалена. Так как уровень сложности профи. Так, давайте его в шкаф засунем. Походу в шкаф нельзя. Это плохо. В каком-то хитмане можно было в шкаф прятать трупы. Absolution, по-моему. Точно не знаю. Ну ладно, здесь за бильярдным столом его оставим. В принципе, кто зайдет, не увидит, я так думаю. Какой-то шум только что подняли мы. Видимо, охранники, которые стоят за дверьми. Так, это что это было? Дэвид Копперфильд сраный. Смотрите, кровь изучает. Скотина. Ну все уже, серия пошла не так, как мы планировали. Мы уже убили третьего охранника. Да. Ладно. Мы уже здесь долго, довольно-таки долго здесь торчим, поэтому надо уходить. Все стены крови заляпали, весь пол в крови. Нам надо сваливать отсюда. Я не знаю, что я делаю.
Ладно, выключим свет здесь. Вы посмотрите на эти стены, на этот пол. Жесть. Надо выбираться отсюда. Что-то мы долго здесь ковыряемся. Нам, по идее, нужно в комнату охраны для того, чтобы переодеться в форму. В принципе, я бы мог переодеться и взять, в смысле, форму у этих трупов, но этого делать не будем, чтобы не раскрывать себя, если их найдут. Так, вроде не заметил. Давайте быстрее. Это было жестко. Заметил нас охранник. И вы видели, что произошло. Одна ошибка. Ладно, давайте по старой схеме. По-быстрому разберемся с козлом в розовой футболке. Так. Ну, вряд ли я его застрелю, уже не успеваю. Будем душить. Не будем терять времени. Так, охрана. Охрана встала на свою позицию. Все, можно душить. Блин, я боюсь, мы не успеем перетащить. Давай, 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 скорее, чувак. Не успеем, не успеем. Нет, успели. Фу, успели. Это хорошо. Давайте заберем его ствол. Он ему уже не понадобится. А его запихаем в этот сраный ящик. Ибо нехрен нюхать кокс. Наркотики убивают. Не нюхайте кокаин. Курите шмаль. Шучу. Не курите. Так. Первая цель нейтрализована. Даже охранника не надо было нам убивать. Пойдемте дальше. Все как обычно. Залазим на ящики, спрыгиваем. И на картах идем в дом. Главное этого не разбудить. Он так хорошо отдыхает. Не будем его будить. Да давай заходи, что ты мнешься. Я даже не буду смотреть, куда он пошел. Сразу пойдем сюда. Посмотрим, где охранник. Так, он возвращается. Это плохо. Это очень плохо. Если сейчас другой охранник, который ходит в этом зале, придет и увидит нас, как мы смотрим в эту дверную щель, дверной проем, да, то нам не поздоровится. Так, он ушел. Идем дальше.
Собственно, вот так я хотел сделать в первый раз. Переодеться. Не будить нашего усталого охранника, который лежит слева. Забрать отсюда оружие я хотел. И спокойно пойти по своим делам убивать людей. Нет. Эти козлы все видят, все слышат. Слышат, как летучие мыши со слуховым аппаратом. Видят, не знаю, как астрологи, астрономы. Астрологи, блин. Так, пойдемте, выйдем через парадный холл. Эти двери на втором этаже закрыты, поэтому нам надо будет влезть в окно. Но перед этим надо взять нож. Мы будем резать его ножом. Не хочу использовать удавку или шприцы. Будем резать ножом козла. Нам же надо обставить это как месть конкурентов. Поэтому зарежем. Зарежем ещё. Я его голову резал. И конкурентам отправлял. Так, этот охранник может доставить нам неудобства. Эти-то в принципе не видят. А вот этот... Этот, конечно, постоянно мне мешал. Либо я вылазю, он меня видит, либо я залазю, он меня видит. Поэтому я не хочу рисковать. Дождемся, когда он пойдет назад, не спеша, залезем. И перережем глотку. В принципе, пока мы здесь висим, никто нас не видит. И это радует. Так. Давай, чувак, уходи. Быстрее. Ну все, в принципе. Я думаю, можно идти. Так, скрипач. Виолончелист или кто ты там? Дон Корлеоне передает вам привет. Давайте заберем его оружие. И оставим его здесь истекать. В луже собственной крови. Ну, через окно я не полезу. Я просто здесь замок взломаю и пройду, как ни в чем не бывало. Все-таки у меня форма. А форма это... Это все. Так. Нам надо на второй этаж. Вернее, на первый этаж. Извиняюсь, что-то я заговариваюсь. Так. Заберем наш костюмчик. Так, он там стоит. Я думаю, успеем. Главное, чтобы нас этот не спалил. Ёлки-палки. Это было близко. Близко к провалу. И чё, теперь мне придется его убить, что ли? Да ладно, блин, ребят, я ж хотел без убийств. Ну ладно, чё. Убивать так убивать. Да ладно. Ой, блин. Ладно, я побежал. Я ухожу, чувак. Он просто хочет мне сказать, что нам здесь не место. Мол, мы зашли на запретную территорию. Я ухожу. Все. Не гони за мной. Я убежал. Нам там быть нельзя было. Вроде паника спала, это хорошо. Нам осталось свалить с этой проклятой виллы. Здравствуйте. Так,
Тише, тише, ты чё так разнервничался, чувак? Я просто бегаю, не надо, не надо. Не надо панику поднимать. Иди по своим делам, хорошо? Чё, мне нельзя туда спускаться, что ли? Ну ладно, давайте дождёмся тогда. Когда он пойдёт назад и спустимся спокойно по этому спуску. Убьём пару людей. Подстроим несчастный случай и свалим на гидросамолёте. Хочу уже, если честно, поскорее закончить эту миссию. Она мне уже приелась после 10-го раза или какого там по счету, я не знаю уже. Давай, чувак, ну быстрее. Все, можно идти. Ты не будешь против? Не будешь. Это хорошо. О. Так. Спускаемся вниз. В принципе, можно было бы спуститься через... как он называется-то? Погреб. Через винный погреб. Но для этого нам надо будет взять форму. Вот такую форму, как у чувака снизу, который курит. Синий комбинезон такой с маской. Там они наркотики производят, но туда пройти очень сложно в этом костюме. То есть вы сами видели, там 2 или 3 охранника. Но опять же, туда можно было бы... Так, давайте его скинем к Спанч Бобу. Туда можно было бы, в принципе, в форме VIP охраны пройти. Было бы. Но опять же, я хочу забрать свой костюм. Видите? Поэтому мы спускаемся по этому склону. А не через лифт. Здесь нам надо подождать, пока рабочий приедет. Спустись-то на лифте. Или на лифте, не знаю, как правильно. Чего он не едет-то? Он должен приехать, забрать там какие-то вещи. Или отнести, я не знаю. И уехать. Так. Вот видите, что игра делает? Только я подхожу, и он появляется. Будто бы специально так. А может, и действительно специально, я не знаю. Так, дождемся, когда он уедет, скинем второго охранника. Кормить рыб. Все, он уехал. Сицилийское послание отправим. Потом отправим его кепку, наполненную рыбами. Потом кто-нибудь объяснит, что это сицилийское послание. Значит, охранник спит с рыбами. Так, я вроде лифт вызвал. Не знаю. Но он что-то не едет. Я его вызвал, чтобы... Так, кто-то приехал, я не знаю. Это охранник или я вызвал? Так, это я вызвал. Я его вызвал, чтобы другие... не смогли вызвать его. Вернее, не так. Вот я его вызвал, он приехал. Теперь я буду ждать, когда он уедет. То есть мы чуть-чуть времени выигрываем. Вместо того, чтобы кто-то зайдет и приедет тупо. Ну, его будить не будем, просто уедем отсюда. Улетим. Фу. Ребята, на видео это было легко. Но поверьте мне, я раз 10 ее пытался пройти... Поэтому мне все удалось. Слава богу. Слава богу. Всего убийств 2. Убийств в ближнем бою 2. Несчастных случаев 2. Записано на камеру нет. Свидетелей 0. Прикрытие разоблачено 0. Тел найдено 0. Ну, в принципе, неплохо. Баланс профиля 619 тысяч. В принципе, я доволен. Ну, с 10-го-то раза, конечно, я доволен.
Фу. Так, что у нас там дальше? Так, попало в цель 0. Ну, это понятно. Так, шум. Вообще не шумели, вообще не было насилия. Прохождение 12 минут, узнаваемость 0 из 100. Рейтинг бесшумный убийца. Охрененно. Я доволен. Доволен. Единственное, мне не понравилось то, что мне пришлось переигрывать ее, как я уже и упоминал, раз 10. Это было сложно, я нервничал, матерился, удалял, перезаписывал. В общем, все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось. И в следующей серии пройдем третью миссию, очередную. А пока можете почитать газетку на паузе, если вам интересно. А я с вами прощаюсь. До скорого, друзья.